С астрологическим прогнозом на 4 августа, вторник, познакомлю вас я, ведьма Хельга. Символ этого дня – голубь, и все добрые дела, что будут совершены в этот день, принесут свои плоды. Активизируется инициативность, возрастут творческие способности, интуиция, но возможны конфликты. Поэтому необходимо быть внимательнее к окружающим. Замечательно в этот день купить электронику, чистка ковров и пледов, влажная уборка. Все это будет особенно благоприятно сделать в этот день. Также появится желание общаться с родными, с близкими. Поэтому будьте внимательнее к своим близким и любимым. Водные процедуры закаливания очень благоприятны в этот день. Но нельзя лечить варикоз и делать операции в области ног.